Доброе утро, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня я расскажу вам про свое утро, про наше утро с Дэником, да, и про мое кофе-латте с супер-мега офигенной кофе-варкой от Кит Форд. Совсем недавно пришла мне эта машина, я уже давно-давно думала себе, хочу кофе-варку, хочу дома делать латте, потому что я всегда пила растворимый кофе, если мы пьем, допустим, вот я покупаю, люблю кофе брать, знаете, со всякими разными вкусами, и если я беру его там и заливаю кипятком, то вот эти вот осадки, которые там постоянно, честно говоря, они меня просто бесят. И все время, когда я иду в торговый центр, я беру латте, и я прям кайфую, но это же надо идти. Я еще даже думала, было бы кафе какое-то рядом, я бы там каждое утро пила кофе. Но тут такая случилась ситуация, все условия сошлись, и Кит Форд прислали мне вот такую кофеварку, которую я выбрала у них на сайте. И, естественно, она делает эспрессо, капучино и мое любимое латте. Сейчас я вам покажу. Она очень простая в использовании, потому что до этого у меня есть, допустим, всякие приспособы, да, мясорубка и разные другие кухонные принадлежности. И, честно говоря, я вот их не достаю просто потому, что они очень тяжелые в использовании. Понимаете? Ну, то есть надо кучу всего мыть, там, приспособить, в общем, поэтому мне проще руками нарезать. Я переживала, что с кофеваркой может быть такая же история, но нет, оказалось все очень просто, и я реально делаю кофе себе каждый день. Недавно ко мне приезжала Кристюша, и я ее угощала разными кофе, капучино, латте и так далее. В общем, ладно, давайте с чего начнем. Кофеварка очень простая, очень удобная, компактная, и, в принципе, очень много всего она может делать. Все здесь достаточно просто. То есть делает эта кофемашина эспрессо, капучино и латте одинарный и двойной. Также можно установить здесь программы разные, то есть разный объем молока. Выдвигается вот такая вот подставка для маленьких чашечек. Но эспрессо я делаю в основном латте. Здесь все вот так вот разбирается очень просто и споласкивается. Но мне как раз эта подставка не нужна, потому что у меня высокий стакан, и я ее убираю и ставлю сюда свою кружку. Что очень удобно, что контейнер с молоком я храню в холодильнике. Сейчас я его достаю. Вот такой вот контейнер с холодильника я достаю с молочком. Там написано в инструкции, что можно его хранить прямо в холодильнике. Все, здесь вот такая вот у нас трубочка, которая дает мне автоматически молоко. То есть ничего не нужно взбивать отдельно, это самое крутое. Поверну вам, да? Значит, с этой стороны у нас вода. Очень снимается легко. Вот она, крышечка. Воду я заливаю сюда либо кипяченую, либо обычную воду, которую покупаю в бутылках. С другой стороны здесь есть для хранения нашего рожка и фильтра. В комплекте фильтра было два, такая ложка мерная с утрамбователем. Вот так я все это храню. Ложку вот так кладу. Ну, это в холодильник убираю, ложку вот так кладу. Все, и она стоит у меня в уголочке, здесь очень удобно. Итак, мы берем наш рожок, мы берем наш фильтр, закрепляем, ставим нашу машину в исходное положение. Все, все стоит. Ну, то есть я ее не верчу, естественно, это я вам просто показываю. Так она у меня стоит в уголочке. Я просто прикладываю сюда молоко, беру кофе. Я кофе взяла, кстати, здесь 100 грамм буквально, очень много прям мне, потому что мне одного кофе абсолютно достаточно для того, чтобы утром проснуться и чувствовать себя хорошо. Я даже два редко делаю, когда с Кристинкой мы тут наяривали. Здесь вообще десертный кофе, яркие цитрусовые нотки, сладость, бананы, бархатистность, шоколад. Ну, я люблю для разнообразия. Но я у мамы попросила кофе, она меня отсыпала, у нее черная карта, она покупает в зернах, свежий, она мне разбирается, она его молит, она мне, в общем, намолола немножечко, я взяла, и мне очень нравится. В общем, сейчас мы с вами... Я уже не использую мерную ложку, потому что я знаю, сколько мне надо, я просто насыпаю сюда кофе. Я люблю мягкий кофе арабика. Я немного насыпаю кофе, потому что я не люблю крепкий кофе сильно. И прижимаю с давлением 10-15 килограмм. Так, все. Теперь я вставляю рожочек в исходную позицию. Закрепляю. И включаю. Да, включаю я заранее, она должна прогреться.
Кстати, очень удобно, что через 15 минут, если вы не используете машину, она просто уходит в режим сна. То есть не нужно переживать, что там выключили, не выключили. Оно у меня всегда в сети. Единственное, что я, ну, сбоку выключаю периодически, но если вдруг забыла, то... Сейчас она должна прогреться у нас. Я только встала, как раз таки хочу кофе, думаю, дай сниму девчонкам видео сразу, как я теперь наслаждаюсь. Я безумно счастлива, честно говоря. Бусинка, ну вырастешь, будешь с мамой кофе потом пить. Только когда большой совсем вырастешь. Кстати, надо заказать еще сиропы, я не знаю, где их заказать. Надо подумать. Нигде они не продаются. Заходила в Ашан, а там... Ой, а что там за сиропы? Там вообще какие-то гренадин, ваниль и еще какой-то, и все. И стоит еще 200 рублей маленькая баночка. Я что-то думаю, нафиг они... Ну, как бы не те вкусы. Я бы хотела орехи какие-то лесные, там, миндаль, что-то такое. Кокос. Дынька недоволен, что я снимаю. Все. Значит, кофеварка наша нагрелась. Я делаю сейчас, не сделаю двойной, я сделаю одинарный латте, потому что мне нужно настроить программу, я еще не настроила, но мне одинарного достаточно, в принципе. Можно пенку, количество пенки регулировать прямо во время от минимума до максимума. Вот, в принципе, и все. Сейчас стекут последние остатки сладкие, называется. И все. И вот такой вот красивый кофе латте просто. Я вам честно так скажу, что кофе у меня готовится вкуснее, чем во многих ресторанах и кафе, которые реально я пила. Вот бывает, приносят и думаешь, блин, лучше бы сделали в какой-нибудь классной кофемашине с классным кофе. Что мне нравится в рожковой системе, это то, что здесь можно выбирать самим кофе. Просто любой кофе, который ты любишь, благодаря пару очень сильному, оно прям все сам, весь самый смак тебе вот сюда вот заваривает в твою кружечку. Все, дальше я вот так вот складываю просто и выключаю машину, потому что мне больше не надо. Просто убираю молоко в холодильник, это очень удобно, что не надо его там мыть постоянно, да? Все, рожок я этот снимаю, убираю кофе. Здесь у меня сейчас получается не полная кружка, потому что если двойной делать, то оно прям вообще с горкой получается. Вот. Но мне достаточно вот так. Я пью с удовольствием это утром. Я просто вытираю все это тряпочкой и ставлю на место. И мое утро готов. Так, давай сахара добавим. Лена, давай сахара добавим. Все. Вот такая пенка молочная здесь. Классная. Изумительно. Счастью моему нет предела. Доброе утро, мои хорошие. Я люблю вас и желаю вам прекрасного, горячего и такого же вкусного и нежного кофе, как у меня сейчас. Так что могу сказать и смело посоветовать всем тем, кто мечтает о кофеварке, как я, и кто хочет пить качественный кофе. Это реально круто. Это не то, что соковыжималка, где куча всего нужно мыть, или мясорубка, где куча всего нужно мыть. Но опять же, это вот, знаете, как хозяйка, не хозяйка, да? Я не скажу, что я супер хозяйка, прям вот такая, да, по дому, то есть и готовка, и это. У меня что-то включается, когда я нахожусь с любимым рядом. Вот когда я с любимым рядом, сейчас моему малому особо готовить ничего не нужно, там все очень быстро готовится, поэтому мне нормально. Я ему очень часто покупаю именно готовые какие-то продукты, да, детские питания. Вот, а себе я вообще ничего практически не готовлю. Вот купила мясо, бросила его в мультиварку, 3 часа оно поготовилось, все, теперь нарезаю кусочки, ем. То есть
Я вообще ем мало и готовить не люблю. Мультиварка мне в помощь. И вот насколько она простая в использовании, настолько и вот кофеварка, просто они стоят рядом и меня радуют. У меня прекрасное утро теперь с кофе-латте. И капучино тоже, кстати, очень вкусное. И прекрасные дни, когда я могу наготовить, просто все набросать вот так, самого своего любимого. Мультиварка все приготовила, я только потом наслаждаюсь. Вот. Поэтому, если кто-то хотел и сомневается, кофеварки есть в разном диапазоне. Мне Китфорд, компания очень нравится, потому что я заметила, что у них достаточно вот цена-качество очень вот хороши. Я уже не первый раз пользуюсь этой компанией. У меня паровая швабра от них есть, у меня от них есть очень компактный пылесос, как раз для таких небольших комнат. Я им пользуюсь с удовольствием постоянно. То есть, если мне нужно попылесосить, я не думаю о том, что о, нужно вытащить этот огромный пылесос, раскрутить этот шнур, подсоединить все там, вытрусить потом целое дело. Нет, у меня очень компактный пылесосик, вот так его, он у меня стоит тут на подоконнике, я его взяла, подсоединила трубу просто, да, попылесосила, все сложила, убрала. То есть это очень все быстро, мгновенно. Но именно для таких вот небольших комнат, как у меня. Вот. И, в общем, компанией-то я довольна, и я заметила, что у них, хотела сказать, что у них достаточно приемлемые бюджетные цены. Вот я это очень ценю. Я ценю вообще цена и качество во многих вещах. Все, мои хорошие, и уже сколько, блин, наговорила, наболтала, наделала. Все, я вас люблю, целую. Ссылочки на Китфорд я оставлю внизу. Присмотритесь, у них очень большой выбор всякой техники для кухни, для дома. В общем, и посмотрите цены. Я думаю, вас они приятно удивляют. Все, целую. С вами была Селена, своей подпиской лайк всем, кто понравилось, и вообще вот.